в общем, мы же без приключений с Павловичем вообще никак не можем. Проникли в отель. Доехали до 15 этажа. Нам надо на 33 или 36. Сейчас 15 этажей подниматься. В общем, здесь такая система. Без карточки от своего номера вы в лифт не сядете и не поедете. Походу и спускаться будем. Да. То есть хорошо, что были люди, которые ехали до 15 этажа. До 15-го. И мы прокатились с ними. Но я набрался наглости, попросил зайти в номер. Это пятерка, барик-отель. Это пятерка. Ничего особенного. Обычно чистенько. Все обычно. Но нет. сырость чувствуется. Прям очень большая влажность. Mm-hmm. Все, мы поднимаемся по лестнице. Ну все, мы добрались на этот раз без приключений, нигде не застряли. 33 этаж. Но есть еще выше, мы пойдем повыше. Нет, мы не пойдем уже. Пойдем. Есть, можно попробовать. Ну вот тут балкончик такой, по крайней мере, прямо 30, с коридора. 33 этаж. Вот сейчас я вам покажу. Насладитесь. Вид. Сереж, у тебя привычка, когда я говорю, ты меня перебиваешь. А у меня привычка, когда ты говоришь, я тебя перебиваю. Давай мы по очереди. Перебиваем друг друга, это наша дурная привычка. Да. А сейчас посмотрите небольшую нарезочку этого прекрасного вида. Лицо бы на преступление совершило. Ну да, если у вас ниже, вы не живете в этом отеле, вы не сможете подняться на лифте, вам придется 33 этажа топать по лестнице. Вверх и вниз. Да. Но нам повезло, мы до 15-го поднялись с людьми, потому что у них были карты в этот. Они живут в этом отеле. Да. Ну а назад своими ножками. Рисковать не стали, лифт вызывать. Свежи воспоминания, Марина Тауэр. Там мы на 40-м этаже застряли, но и выйти не могли. После Бангкока 86 этажей, я вам советую настоятельно. Это так, детская присказка. Ну, если вы, да, не были выше 30-го этажа, то будет интересно. То будет интересно. Я даже забыла фоточку сделать, честно говоря. Перепугала, милость назад. Давай на 3 этажа выше поднимемся, просто посмотрим. Да, нет, 33-й выше не надо, там что-то какие-то строительные работы непонятные. Ну, в общем, все. На этом мы наше видео заканчиваем на сегодня. Прощаемся с вами. Прощаемся с вами. Мы прощаемся с вами. Увидимся в следующем видео. В следующем году. Нет, продолжение следует. Приключения еще не закончились. Не забывайте подписываться на канал, оценить это видео и нажать на колокольчик. Все явки, пароли я оставлю обязательно в описании под видео.